ветерком, да с высокой горы. В лесу на Дубравной сегодня многолюдно. Прокатиться не прочь и взрослые. Супер, наше любимое место. Мы быстро катаемся. Так... Ледянки, сноутюбинги, санки и снегокаты. Транспортный парк любителей горок на любой вкус. Особенно популярны так называемые ватрушки. Мы вместе катаемся, поэтому большую ватрушку взяли. Эти ватрушки очень легкие, хорошо скользят и быстро набирают скорость. Главное выбрать место, где приземлиться. В прошлом году 6-летняя девочка погибла, катаясь с горок на Ноксинском спуске. На скорости она столкнулась с другим ребенком. В Подмосковье мальчик 7 лет врезался в дерево. Травмы оказались несовместимы с жизнью. На операционном столе 5-летний мальчик. У него перелом костей предплечья. В этом году с различными травмами в ДРКБ обратились 2028 детей. Треть из них в зимнее время. Кроме ушибов, вывихов и растяжений, серьезные переломы, например, позвоночника. Целый месяц ребенок находится в больнице. В последующем он от 3 до 6 месяцев носит жесткий корсет. И от 6 месяцев до года носит съемный корсет. То есть весь период лечения при компрессионном переломе одного, двух, там, трех позвонков занимает около года. Медики призывают родителей контролировать детские забавы. В руках дурака все опасно. Я считаю, что в принципе с умом, если пользоваться, то нормально, они катаются классно. У нас пока нет вот ватрушки, ну, пока на ледянках, но, наверное, приобретем. Здесь страшно рады, когда они стукаются. У них вон железные какие-то, пластмассовые, железные есть. Ладно, если такие маленькие. Ватрушки, вы знаете, мы катались в том году, катались. Ну, летают дети на них, конечно, тем более трамплин есть. Трасса для катания на ватрушке должна быть идеальной. На скорости тюбинги практически неуправляемые. Подпрыгивая, ватрушка может развивать скорость до 50 км в час, в зависимости от высоты и дальности склона. Поэтому лучше заранее продумать, на чем и где будет кататься ребенок, чтобы зимние развлечения не привели на больничную койку. Анна Городнова, Мирзалюшев, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.